мероприятий, медалью «100 лет Вооруженным силам Республики Беларусь» награждается капитан милиции Субботько Кирилл Юрьевич, начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями. Белорусский союз офицеров 25 лет награждается майор милиции в запасе Иванов Тихон Тихонович, ветеран органов внутренних дел. Областного Белорусского союза офицеров объявляется майору милиции в запасе Волчкову Юрию Леонидовичу, ветерану органов внутренних дел. Всего самого хорошего. Спасибо, Александр Анатольевич.